что, будешь говорить? Ты гвозди со стройкой украл. Ну, клич давай, медитатор хренов. Быстро все рассказывай. Иначе мы сейчас перейдем к менее разрешенным методам допроса. А что, бухой, что ли? Это непонятливо, Кость. Ладно, тогда мы переходим к основным методам. Сейчас мы ему чакры прочистим. Ага. Ты только на минималку поставь, а то будет как в прошлый раз. Скажут, что мы тут шашлык жарим. Да не боись, все будет нормально. На! На! Не понял. Что-то не работает. Да вроде работает. А, батарейка, наверное, села. Да? Да. Прости, хреныть, работает, оказывается. Петренко, блин, на себе пробовать надо. Ну, извини. Ничего, сейчас мы ему, знаешь что, фитотерапию устроим. Сейчас. Не-не-не, все, теперь я. Ну-ка, отойди. Давай. Ну что, гад, будешь говорить? А? Будешь говорить? Нет. Да елки-палки. Нет. Да что ж такое? Просроченный, что ли? Ну-ка. Ай, придурок! Идиот! Крыныть, а ты что делаешь? Прости, Петренко. Не просроченный, нормальный. Слушай, я, кажется, знаю. Это ж йох. Йох. Они, когда медитируют, ничего не чувствуют. У него якобы отрешенность от мира. Слышь, ты... Лох! Йох! Ты это, чакры бы свои призакрыл, а то и так тут дышать нечем. Крепкий орешек попался. Что с ним делать, а? Да что с ним делать? Переходим к самому проверенному способу. А, сейчас я за дубиночкой схожу. О, это дело. О. Ты лучше скажи то, что мы спрашиваем. Я своего напарника знаю. Он тебе эту дубинку в чакры по самую рукоятку засунет. Алло. Ку-ку. Что с тобой делать, а? Может, тебе вот этот ключ в носеру засунуть, а? Где там твои чакры? Ну, где так долго? Крынец, а тут такое дело. Что? Отменяется наш допрос. Ну как отменяется? Я только разогрелся. Да дело в том, что, оказывается, вот это личный инструктор по йоге жены нашего генерала. Он его уже третий час с собаками ищет. Если он здесь его найдет, то знаешь, что нам будет? Самую рукоятку? Я думаю, глубже. Уважаемый товарищ Йох, вы извините нас, пожалуйста. Да. Ангр-бангр-чакра. Чего? Что в переводе означает «боль» — это путь к просветлению. А вы свой путь еще не прошли. Это вам... за баллончик. Вы что, успокойтесь. Это вам за шокер. Товарищ индус. Это вам за лоха. Здравствуйте, Виктория Сергеевна. Здравствуйте, Евгений Михайлович. Я очень рада вас видеть. Я тоже рад вас видеть. Это вам. Мне? Да. У вас что, какой-то праздник? А то вы не знаете. Конечно, знаю. Ровно 10 лет назад я взял кредит в вашем банке. Помню, это золотое время. Доллар был по 5. Да. Это вы мне посоветовали именно в долларах брать кредит. Извините. Все хорошо. Сегодня у меня... праздник. Последний взнос. Ну что, несу в кассу. Ставьте чай. Сначала чаек, нам есть что обсудить. Ой, и точно. Вспомнить. А помните, когда доллар скаканул до 8? У вас такие глаза были. За сердце хватались. Да. А вспомните, как на 16 увалил. Ой, да. Да?
Вы мне, я тогда в обморок упал, и вы меня на шатырем отпаивали. Отпаивали. Отпаивал, там все дело. На нюх уже не брало. Помните, 25? Да, вы меня на руках в реанимацию относили. Вы с ума сойти. Да, было время. Евгений Михайлович, а помните, сколько раз я доставала вас из петли? Ну, сколько? 26, 27, 28. Да. 28 раз доставала. Виктория Сергеевна, а что празднуем? Да вот, клиент принес последний взнос за валютный кредит. О, поздравляю. Это вы правильно сделали. Угу. 5 минут назад доллар до 40 скаканул. Представляете? Ну, мне уже все равно. Ой. Что? Ой. Виктория, вы же оплатили мой последний взнос? Просто вы сказали, давайте чай пить. Евгений Михайлович, у нас первый этаж! Верните мне деньги, я куплю пистолет и застрелюсь. Ну что вы, что? У нас все только начинается. Так бы вы ушли, и мы расстались бы. А так вы будете к нам еще месяца два ходить. Да что вы, с таким курсом еще пару лет к нам походите. Кто я? Где я? Ты мой муж, а я твоя жена, и мы у нас дома. Кажись, припоминаю. Чего мне так жутко голова болит, а? А ты ударился головой о кровать. А что здесь делает бита? А ты же бейсболист. Я бейсболист? Да, и такой, знаешь, профессиональный. И ты дома занимался, а потом как-то так закрутился и сам себя ударил. Упал. Господи, вот. Какой бред. Янчик, я телефон забыл. Это кто? Это твой тренер по бейсболу. Да, ваш твой тренер. Ты же наш питчер, а мы броски отрабатывали и попало. Так, подождите. Я зашел домой, открыл шкаф. В шкафу был какой-то мужик. Так это ты, любовник. Третий раз возвращаться! Извини, ну телефон забыл. Кто телефон забыл? Третий раз бью по голове! Классно ты его, конечно. Слушай, так может, пока он в отключке, мы это самое... Еще разок. Что? Уже разок, уже третий раз было. Давай, иди. Я не хочу его четвертый раз по голове бить. А то останется дурачку. Я его люблю. Не, ну так он тебя и так не шибко. Все. Где я? Кто я? Ты мой муж, а я твоя жена. Мы дома. Блин, что же у меня так жутко голова болит, а? А это ты головой ударился о кровать? Да. А что у нас? Давайте делает бита. На троих. Так. Аркадий Петрович, все готово. Можете заходить. Жду.
Прошу после вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. О, Матрёночка, смотри, тут совсем ничего не изменилось. Прям как в день нашего с тобой знакомства. Мы старались. Ой, даже не верится, что 60 лет прошло с тех пор. Сколько мне тогда было? 26 всего. Подожди, ты же говорила 22. Ты что, мне все это время врала, что ли? То есть тебе сейчас не 82, а 86? Ах ты ж старая ты! Давайте пройдем к вашим койкам. А что будете заказывать? Даме, пожалуйста, капельницу с глюкозой. Прекрасный выбор. А мне чего-нибудь покрепче. Могу предложить валерьянки. Очень хорошо сочетается с таблетками от давления. А несите все! Гулять так гулять. Не каждый день у нас годовщина. Все именно так. Спасибо. А чего музыки нет? Извините, сейчас включу. Ага. А чего музыки нет? Я ж включил. Доктор, не обращайте внимания, она глухая. Чего музыки нет, говорю? Ну, вы отдыхайте, а я пойду фрукты нарежу. Не надо резать фрукты, доктор, не надо. Лучше на терочку их. Ну, за деньги, которые вы платите, сделаю все, что пожелаете. Спасибо. Минутку. Аркашенька, это ж сколько все денег стоит, а? Где ж мы столько денег-то возьмем? Не волнуйся, Матрёночка. Будь как лидеры коммунистов. Ни в чем себе не отказывай. А? Годовщина тебя, родная. А? Овчина. А теперь бананчика. Чуть-чуть давай. Давай ложечку. Вот, держи десертик. И запить, запить. Обязательно. Вот так. Эх, хорошо сидим. Доктор! Слушай. Рассчитайте нас, пожалуйста. Сию минуту, у вас карточка наличные. Сберкнижка СССР. Да шучу, я шучу. Смотри, побелел весь. Наличными платить будем. Всю пенсию отдадим вам за год, наверное. Да, Матрёночка? Матрёна? Матрёна? Матрёна, ты что, не бесишься? Доктор, померла Матрёна, походу. Матрёна! Как померла? Что значит померла? Побудьте здесь, я быстренько за сестричкой. Сестра, готовьте реанимацию! Матрёна, вставай! Ах. Ушел он! Ушел! Прям когти! Побежали, Матрёна! Бегу, бегу! Не отставай, дорогая, не отставай! Бегу, бегу! Как я его придумал развести, а? Как в первый день нашего знакомства! Хороший вечер, Аркашенька! Жаль, только музыки не было! Так, шмакодявки! А ну быстро всем спать! О, здравствуйте! Наш лидер долгов! Здравствуйте, Виктория Сергеевна! Последний раз вы меня так называете! Вы что, решили своего Сашеньку забрать из садика? Очень смешно! Фу. Все! Пришел рассчитаться с долгами, со всеми долгами. Да? Фу. Что? Я просто подумала, может, что-то в лесу умерло. Да нет, я бежал просто. Так, все. Фу. Вот, это вам за шторы, еще за 2014. Пожалуйста. Это вам за утренник на Новый год. Это вам за утренник на 8 марта. Это вам за утренник на 1 мая. Это на День детей.
Это на Троицу. Что, мы на Троицу собирали, что ли? Да. Ой, ладно. Это за день рождения поварихи. А это на пластилин. Все. Ну, все-таки на покраску лавочек вы не сдали. Ну ладно, ладно. Будем считать, что вы нам больше ничего не должны. Ну что вы стоите, помогите, сделайте хоть что-то для нашего садика. Хорошо, пожалуйста. Все. Благодарю. Фух, рассчитался. Так, теперь за коммуналочку еще надо рассчитаться. А, здравствуйте. А я бы хотел записать в ваш садик моих тройняшек. Фу. Мужик, я тут тоже отец. Ага. Это вам к воспиталке надо. А может, вы как опытный отец подскажете, что нужно, чтобы записаться в этот садик? Как опытный? Угу. Ну, а сколько? Тройняшка? Тройняшки. Ага, понятно. Кем работаешь? Инженер. Зарплатка не очень, но стабильная. Да, понятно. Ладно, сейчас помогу тебе. Спасибо большое. Вот, на. Держи. Это зачем? Вот, когда будешь деньги на шторы и на всякую фигню сдавать, тогда поймешь. У тебя ж тройняшки. Так, тройняшки. А тут либо почки продавать, либо банк грабить. Удачи тебе, мужик. Давай. Спасибо. Ты полицию там не видел? Нет. Ну, тогда счастливо. Добрый день. Здрасте. Девушка, я требую вернуть деньги за ваши таблетки. Они нам не помогают. А какие именно таблетки вы у нас брали? Мы брали все таблетки для похудения из вашей аптеки. Они нам не помогают. А вы их употребляли до еды или после? Вы знаете, чего я только с ними уже не делала? И до, и после, и вместо, и в холодец, и в борщ. Они нам не помогают, я вам говорю. Странно. О! Ого. Вот где ты ходишь? Я в лифте застрял. Я тебя просила, чтобы ты ездил в грузовом лифте. Я в грузовом застрял. Вот видите, девушка, это все из-за ваших таблеток. А мы целый год на ваших таблетках. А, может быть, попробуете такие? Мы пробовали 10 упаковок. Мы их даже с чаем для похудения пили. Они помогают, они. А вот такие? Ну, эти вроде нет. Ну как же нет? Ты их всегда на торт выкладываешь для украшения. Может, такие? Девушка, да мы все ваши таблетки перепробовали. Мы их едим килограммами и ничего. Ах, килограммами? А, ну тогда понятно. Одну секундочку. Вот! Самое новомодное средство в мире диет. Такого вообще не видел. И я не вижу. Это вам. А это вам. Одеваете. И носите где-то 4-5 месяцев. Ага. Снимаете только 3 раза в день, когда хочется попить водички. Ага. Послушайте, а ночью? А ночью не снимайте. Ночью особенно. Ну ладно. Оформляйте. Дай карточку. 2500 за 4 штучки. А почему 4 штучки? Нас же только двое. А это на тот случай, если вы первые 2 съедите. Вот-вот. Успокойся. Давай, чеши! Зацени, крылитя, кого привел, а? Ну вот зачем ты притащил сюда бомжа, а? Ну будет же вонять на весь кабинет. Начальник, что ты гонишь, какого бомжа? Я хипстер. Опа, был борзый, честным вором, а теперь хипстер. Фу. Ну ничего, зато твои сокамерники обрадуются. Ага. Что ты гонишь, что не в курсе, что ли? Хипстер — это новое молодежное движение, субкультура такая. Да. Не бриться,
носить короткие штаны, не иметь денег на носки. Это культура! Так слышишь, он вообще обнаглел. Стоял посреди улицы, наркоту курил, представляешь? Чё ты гонишь? Какая наркота? Это электронная сигарета. Слушай, Борзый, мы, по-моему, тебя нехило по голове приложили в прошлый раз. Какая электронная сигарета? Может, ты ещё выпил электронного пива и вступил в интимную связь с роботом? Да это вайб, нажимаешь и паришь. Ну да. Покуришь и паришь над землёй. Чё ты нам паришь тут? Да я серьёзно говорю, там пар, как в бане. Нажми кнопку, попробуй. Ну... Ну как? На вкус, как бабы в бане. Фу. А вот это что такое, а? Скажи мне. Что это? Если правильно крутнуть, таблеточка оттуда вылетит, да? Да нет никаких таблеток. А что, все уже сожрал? Да вы что, это спиннер. Его крутишь, смотришь и расслабляешься. Слушай, Борзый, а что ж ты для мозгов себе ничего не взял, а? Да что вы гоните-то? Сами попробуйте, вам понравится, смотри. Крутанул и расслабляешься. На! Ну-ка. А ты вайпани разочек. Чего? Парани, курни. Дымани. Слушай, Сань, так получается хипстер, это тот же мент. Сидишь, ничего не делаешь и кайфуешь. Только нам за это еще деньги платят. Куда они денутся? Ну как, слушай, сигаретка? Ты знаешь, хорошо, так прям расслабило. А ты вот это попробуй. Вот эта мощная штука расслабляет не по-детски. Отлично расслабило. А у вас красиво, я смотрю, получилось крутануть. А? Спиннер проникает в ваш мозг. Вы расслабляетесь. Вам хорошо. Хочется спать. Фу, какие вы деревянные. Алло, кабан. Можете вставлять свою кассу, менты будет не скоро. Только давай добакланимся, в следующий раз ты хипстером будешь. Мне эта борода зудит, я два раза чуть не раскололся. Все, давай, да. Прикольная штука.